Ты паскуда, у меня компьютера нету. Почему? Купи, ёпты. Нахуй он мне нужен? Так будешь взламывать, будешь за это деньги получать. Чего? Будешь взламывать контакты, будешь за это деньги получать. Где ты видел, чтоб старухи что-нибудь научились им взламывать? Так вы министерству докладываете, прям походу себе. Несколько... Мне 25 лет, блядь, чтоб переучиваться. Несколько видеозаписи посмотришь, да, и все. Че несешь-то? Откроешь свою социальную сеть. Тебе ну, нужно, что? Ты ломай и открывай. А че ну, старуху учишь? Валентина Петровна, поможете контакт взломать? Нахуя он мне нужен, ваш контакт? Ну нет, вам-то он не нужен, это мне просто надо. Без меня контактами занимайтесь, ебелошу мать. Ну, а мыло поможешь мне, короче, мыло взломать? А? Мыло взломать поможешь? Какое мыло, блядь, ебаное? Ну мыло, ёбт. Майлору такое, знаешь? Ничего я не знаю. Ты меня, блядь, с кем перепутал? Старуху с кем перепутал-то? Ну вы ж Валентина Петровна. Ну и что? Ну вот, мне надо взломать мыло или контакт. Что вы можете из этого вот предложить? Вот и тебе, блядь, им нужно взломать, ты и ломай, ёбаный. А что можете предложить? Чего? Что можете предложить? Ничего я не предлагаю, пошли вы все. Вы же Анус Хакер. Пошли вы от меня нахуй. Ломайте и делайте, что хотите без меня. А, Валентин Петровна, а что вы так грубо отвечаете? А чтоб не приставали. Так нет, просто... Старухам. Я много о вас... Ума нет! Умный к старухе не пристанет! Я просто о вас много слышал, и как бы я узнал, что вы взламываете там мыло, контакт. Вот поможете контакт взломать? Ты что, блядь, не понял, что я сказал, что нихуя не ломаю? Так вы еще резюме писали в Одноклассниках. Чего, блядь? Резюме писали в Одноклассниках. Что берете небольшую плату за взламывание страниц. Чего несешь ты, ебаный? Несу, говорю, что есть. Нихуя тебя не слыхать. Я тебе говорю, что ты сама писала резюме в Одноклассниках. При чем тут Одноклассники, ебаные? У тебя анкета имеется в Одноклассниках. 60 лет назад 60 Одноклассников вспомнил. 60 лет назад. Ну вы же резюме писали. Паскуда! Я училась! У вас анкета имеется в Одноклассниках! Ёбаная падла! У вас анкета имеется в Одноклассниках! Чего? У вас анкета Одноклассников есть! Чего есть? Анкеты! Анкеты! Какие анкеты? Одноклассников! Нахуй они тебе нужны, одноклассники, блядь. Не одноклассники, а нет. Одноклассники. Психиатру, он тебя подлечит, блядь. Ты же ёбнутый, сука.